Час актуального інтерв'ю на 9 каналі. Сьогодні будемо говорити про благодійність, але не взагалі, а про конкретний прояв і про окрему подію. Мої гості – Анна Єрмолаєва, президентка благодійного фонду «Кідо», і Олексій Мезенцев, регіональний директор «Creative States». Вітаю наших гостей. Скажите, пожалуйста, чтобы сразу зрителям нашим было понятно, какой у каждого из вас опыт благотворительности? Понятно, что вы новички или вы не новички? Я совсем не новичок, я уже, можно сказать, долгожитель в этом вопросе. Официально фонд КИДА существует почти 9 лет, но прежде чем было принято решение делать официальную организацию, была еще несколько лет такой активной благотворительной деятельности группой инициативных лиц, которые, в принципе, потом и стали учредителем фонда КИДА. Да, Алексей? Но мы в Creative States новички в Днепре и в благотворительности, и, в принципе, по бизнесу. В Киеве мы принимаем участие в разных проектах, ну, скажем, не супер сфокусированы. Вот здесь фокус задан правильный, и мы, соответственно, сразу же откликнулись на него, да. А по благотворительности, то есть к нам разные компании обращаются, в том числе за тем, чтобы разместить у нас, ну, использовать нас как локацию, и, соответственно, мы идем всячески на такие благотворительные меры, то есть проводим ивенты, работаем на осознанность и резидентов, и, ну, потенциальных людей, которые нас знают. Вот, поэтому в Киеве не новички, в Днепре точно в первый раз. О правильности фокуса сейчас буду расспрашивать подробнее. Давайте, собственно, о событии, которое мы анонсируем. Что это будет, как, где и когда? Событие, которое ждет наш город в субботу, называется «Бульвар Шоппинг Фестиваль». Что это такое? Это наш самый любимый, самый красивый Екатеринославский бульвар. Как его открытая часть, так и, в принципе, все резиденты и магазины, которые работают на Каскад-Плазе и в Босфоре, становятся одним большим благотворительным пространством. Собственно, практически все бренды, которые представлены на бульваре, и многие, которые не являются резидентами этой локации, объединились в едином порыве, потому что мы со многими уже проводили большие офлайн мероприятия для фонда КИДА с одной целью – подарить днепрянам прекрасный день, веселый, насыщенный большим количеством событий. Конечно же, будет, само название говорит за себя, шопинг-фестиваль, возможность приобрести колоссальное количество разнообразных брендов, одежды, ювелирных изделий, разных других группов товаров с очень большими скидками. И, собственно, в чем благотворительно, что вся прибыль от фестиваля пойдет для фонда КИДА. И, собственно, мы открыли сбор на 200 тысяч гривен на сайте нашего фонда. В этот день мы планируем собрать порядка 100 тысяч гривен. И все эти деньги будут потрачены на приобретение жизненно необходимого оборудования для нашей детской областной клинической больницы. Для отделения непосредственно реанимации деток недоношенных и раннего периода жизни. Есть какой-то конкретный заказ на конкретный прибор, аппарат? Мы этому отделению помогаем уже не первый год, и не только в этой больнице. У нас в городе есть несколько таких отделений. Там, в принципе, есть постоянные нужды, которые всегда являются очень актуальными. Это инфузоматы, это мониторы пациентов, это стационарные пульсоксиметры. Это те вещи, которые позволяют в сложных условиях максимально эффективно вводить препараты и проводить диагностику в анестезиологическом отделении, которая должна идти нон-стоп 24 часа в сутки. Это очень востребованные позиции и будут и всегда. На них никогда не хватает, к сожалению, на сегодняшний день они должны правильно эксплуатироваться, когда их мало, они намного быстрее выходят из строя. Инфузомат, если вы знаете, обращали когда-то внимание, это такой прибор, когда
как шприц, только он закреплен на стойке, и доктор дозирует, и автоматически идет введение веществ для маленьких детей, особенно недоношенных. Вот эта дозировка крайне важна для того, чтобы рассчитать, какое количество действующего вещества попадет непосредственно в кровоток. И иногда возле тяжелого ребенка таких инфузоматов может требоваться 10 на одной стойке. Конечно же, на сегодня нету такой обеспеченности, поэтому мы много лет этими позициями занимаемся. Вы сказали, 100 тысяч хотите собрать. Да. Почему ограничение там 200 нужно, а не верите в посетителей? Или это четко просчитанный план? Нет, мы верим. Если получится больше, мы будем рады. И все деньги, конечно же, пойдут на приобретение того же оборудования. Мы просто, исходя из нашего опыта мероприятий офлайн, мы знаем приблизительно, какие в среднем мы суммы собираем. При этом сбор мы открываем на сумму выше, потому что очень много в нашем городе предприятий и просто людей с открытыми сердцами, которые, если у них нет возможности посетить мероприятие, они помогают нам таким образом осуществлять сбор суммы на проект просто через сайт фонда. Давайте теперь подробнее, как будет проходить сам, я не знаю, видеоаукцион, само мероприятие, или это обыкновенная выставка-продажа, да, как действия проходят? Будет всего очень много и очень красиво. Будут созданы прямо на бульваре определенные зоны, где прямо на бульваре будет осуществляться выносная торговля. Многие магазины в этот день откроют свои двери, и можно также будет приобретать что-либо прямо на территории магазинов. Практически все магазины будут частично представлять новые коллекции, и коллекции уцененные с очень большими беспрецедентными скидками, которые делаются именно для этого мероприятия. Назовите размер скидок. Вот там у нас на афише, да, видите, написано от 50 до 90%. Также будет очень много интересных, просто таких вот событийных entertainment локаций. Например, партнером нашего мероприятия, алкогольным партнером является компания «Апероль». Поэтому будут бесплатно угощать большим количеством напитков. Будет большое количество диджеев и исполнителей. Целый день это все будет сопровождаться музыкой. Допустим, я сейчас все, наверное, не успею перечислить, но вот из интересных наших новых партнеров улиточная ферма из Запорожья будет бесплатно угощать наших гостей блюдами из улиток. Например, будет, вы спросили, аукцион, да, будет как лайф-аукцион, все вещи будут представлены на моделях, это будут вещи, непосредственно предоставленные не магазинам, не магазинами, а известными нам всем женщинами города Днепра. То есть они предоставят свои лоты, и лоты эти будут демонстрировать модели, каждый может заявить свою цену, в течение дня будет идти аукцион, потом счастливые обладатели получат прекрасные вещи, а фонд КИДА, соответственно, получит возможность помочь оборудованию. Вот такие вещи с историей, да? Да. Уже. Да. Так, Алексей, да. Чем вас привлекло участие в подобном? Ну, первое, я хотел поблагодарить за то, что нас действительно привлекли к этому проекту, к этому мероприятию. Да? Мы создаем сеть креативных пространств. В Днепре мы открыли вот совсем недавно, 2 месяца, Creative States of Dnipro, да, то есть так мы эту локацию называем. И нас привлекло, во-первых, нас позвали и сказали, чем вы можете помочь. Мы всегда отзывчивы к таким вещам, да. То есть мы сказали, а что вам, ну, как бы, что вам интересно? Организаторы мероприятия очень озабочены безопасностью, да, то есть сейчас, в текущее время. Соответственно, мы сказали, окей, у нас на каждой локации 1000 масок и санитайзеров, да, это именно мы можем предоставить всем посетителям, чтобы они не беспокоились, ну, что что-то может произойти, ну, там, пойти не так, да. По поводу того вопроса, который вы сказали про, ну, чем ограничена вот эта сумма 100 тысяч, да, с моей точки зрения, это в том числе и, ну,
исходит из текущей ситуации. Не думаю, что придут все жители Днепра, но те, кто придут, я могу сказать, что не беспокойтесь, не бойтесь, приходите, мы всех обеспечим и масками, и санитайзерами. Это будет все на открытом пространстве. Мы имеем опыт проведения в том числе таких ивентов, да, поэтому приходите и выходите из своих условно домов, да, снова привыкайте к офлайн-ивентам, потому что без этого развития никакого не будет. Я молчу про благотворительность. То есть это в первую очередь про то, чтобы люди начали снова взаимодействовать друг с другом в том числе. Вы сказали, что в Киеве, да, проходили подобные форматы, да, были, да, уже. Как люди реагируют? Вы имеете в виду на мероприятия, да, сейчас? Да, да. Очень по-разному. В Киеве, например, с середины июля ивентов стало очень много. Да, и у нас на локациях, в целом по Киеву. Да, в Днепре, я сравниваю два города, да, в Днепре более осторожно к этому относятся. То есть очень много рассказывают и компании, и клиенты, которые к нам постоянно приходят, о том, что они переживают по поводу карантина. Да? Вот. Я ожидаю, что Днепр немножко пробудится вот как раз после, в том числе, такого мероприятия, которое пройдет совсем недавно. Да? И сентябрь — это уже мы не будем отличать, где активнее проходят ивенты, где неактивнее. Я думаю, что это будет ласточкой для Днепра. И поэтому мы в том числе хотим принять участие и показываем, что мы не посторонние для бизнес-комьюнити, для жителей Днепра. Вот. Мы идем навстречу. Угу. Насколько можно рассчитывать, если формат удастся, угу, пойдет, зайдет, да, как сейчас можно говорить, а он станет регулярным, возможно? Ну, в принципе, днепряне уже знают, что все офлайн-мероприятия фонда КИДА, они по своей сути всегда благотворительные, но это мероприятия такого формата, которые несут море позитива и пользы, в первую очередь тем, кто в них принимает участие. И все наши успешные концепты мы всегда стараемся делать ежегодными и традиционными. Mm-hmm. Так как детские концерты ежегодные, так как наши благотворительные велозабеги, наши благотворительные просто забеги. Немножечко, конечно, в этом году карантин сбил, и вот мы сейчас воспользуемся случаем, что можно провести такое ковид-ориентированное мероприятие на открытом воздухе, тем более с помощью наших партнеров. Но мы действительно должны немножко в чем-то пересмотреть жизнь в связи с тем, что немножко вот вирусные частицы меняют жизнь Homo sapiens, но мы же не сдаемся, мы будем жить с новыми ограничениями, с новыми правилами, но мы должны жить, должны общаться, должны творить добро, работать. И вот правильное содержание, покажет, возможно, да, тоже имеет защиту, да, какую-то. Конечно. Вот, может быть, положительно влиять. Обязательно. Все будет как раз. Ну что, приглашайте. Давайте еще раз, где, когда. Я так понимаю, маски не нужны, антисептики всем не нужны. Можно, да, приходить без этого. С чем приходить? Приходить нужно вот уже в субботу, 29 августа, на Екатеринославский бульвар. Мероприятие будет происходить нон-стоп целый день, с 10 утра до 10 вечера. Вот так кофе утром не пейте, сразу туда. Да, живая музыка, апероль, локации для детей интерактивные, локации творческие для взрослых, прекрасный шопинг. Ну, это такой досуг и развлечение. Да, то да, есть, да. В первую очередь взять хорошее настроение с собой, да, и попробовать в не суперпростое время, не суперпростое лето, да, то есть мы все были в Украине, кто-то не смог уехать в отпуска. Вот этот день, он поможет снова расслабиться немного, да, именно не по безопасности, а в головах, то есть снова научиться людям развлекаться, снова научиться продолжить жить. Осень, бизнес, активности, все развивается. И вот, возможно, это такой будет ивент, который подвигнет людей больше активничать, что ли, я бы так сказал, да. То есть самое главное — помощь, конечно. Конечно. Есть, да, масса людей, которые нуждаются, детей, которые, да, нуждаются в приходе, в общем-то, на это мероприятие, да, и в участии. То есть, да, не нужно быть посторонними. Приходите и увидите, как это все происходит. И наши врачи очень, да, нуждаются в этой поддержке, потому что у нас великолепные светлые головы, заведующие отделением очень профессиональные доктора. Ну, конечно же, им на современном уровне нужно оборудование для того, чтобы максимально помочь детям.
Ну, я надеюсь, сумма будет больше, чем вы назвали. И, во всяком случае, я вам этого желаю. Спасибо за визит, пусть все получается. Спасибо. И пусть это мероприятие действительно станет регулярным. Спасибо вам огромное за помощь, всегда информационную возможность донести эту информацию до как можно большего количества наших горожан любимых. Спасибо. Я ще раз дякую нашим гостям. Нагадаю, у студії були Анна Єрмолаєва, президентка благодійного фонду КІДУ, і Олексій Мезенцев, регіональний директор Creative States. Говорили про благодійний шопінг-фестиваль. Я дякую за увагу. Залишайтеся на 9 каналі. До зустрічі.